Мы в республике строим 3 дороги. Чисто республиканские дороги. Это имеется в виду дорога Кабяй, дорога Алдан, вот которую вы говорите, и дорога Амга, которая строится до Усмая. Мы вначале все параллельно начали, и ни одну дорогу завершить не можем. И там, и там, и там. Поэтому я дал поручение дорогу Кабяй закончить в течение 2 лет, потом дорогу Усмая закончить в течение 3 лет, а потом уже закончить дорогу Алдан. Другого варианта нет. Поэтому мы должны сконцентрировать ресурсы на одну дорогу закончить, вторую дорогу закончить и третью. Поэтому мы закончим дорогу, но не в 2017, не в 2018.